Всем привет, дорогие друзья! Как и обещал, мы снимаем выпуск FNAF. Это суперские игрушки по самой страшно крутой игре, в которую мы все любим играть. Также я проверю, фанаты вы ли этой игры или нет. Я не буду называть имена сегодняшних персонажей из этой крутой распаковки. Обязательно пиши, кто же будет по порядку нам попадаться. Если ты не знаешь, можешь не писать. Значит, ты не играл в эту игру. А мы начинаем эту распаковку. И у нас сегодня сверхновые игрушки. А чем они новые, друзья? Здесь коллекционные фигурки из этой игры. И написано «Светятся». Представляете, светящиеся. И там какой-то тумблерик есть на игрушке. Как она будет светиться, мы вместе с вами-то и узнаем в темноте. У меня очень много коробочек. 5 из этой серии. Точнее, даже 6 из этой серии. Вот они, все игрушки, которые будут в этой коллекции. И одна игрушка бонусом. Это серия другая. Это более старая серия. Но у меня все равно есть одна книжка Фредди. Ой, назвал, ну ладно. Одна игрушка из этой коллекции. Кстати, в этой коллекции все подписаны, а здесь нет. Ха-ха, так что вы не сможете прочитать. И должны точно угадать. Вот это была предыдущая коллекция, ее уже снимали некоторые блогеры, но вот эта коллекция прям самая свежая-пресвежая, и мы сейчас будем ее рассматривать. Также на канале недавно выходил выпуск про 12 лол FNAF, вы его не все посмотрели, переходите обязательно и смотрите, ссылку я оставлю внизу на выпуск про 12 лол FNAF. А мы начинаем распаковку. Друзья, начнем же, скорее всего, давайте с вот этой элитной игрушки, которая не светится, она обычная, из другой коллекции. Давайте откроем коробочку и сейчас ее откроем вместе с вами. Достанем мишку, заодно мы сравним эти две коллекции, какая же из них круче, первая вот это была или вторая. Смотрим. Кто нам попался? Сейчас я уберу камеру поближе и посмотрим получше. Так, рассматриваем данного персонажа, но мы уже знаем, что его зовут Фредди. У него голова из резины, вот такая мягкая, тело из пластика. У него ручки и ножки не двигаются, крутится только голова. По мне так это, ну, не очень классно, потому что в основном ее можно использовать только как коллекционную фигурку. Хотелось бы немного каких-то движений. Уже минус первой коллекции этих игрушек мы нашли вместе с вами. Как вы думаете, классная эта игрушка или нет? Напиши в комментариях. Итак, первую игрушку мы с вами нашли. И давайте сразу сравним такого же медвежонка. Только это уже другая новая коллекция. И здесь написано 5 ночей с Фредди. Специальный стиль какой-то, светящийся. И здесь похоже тоже. Этот персонаж только в другой вариации. Так, вот у нас вся коллекция. Давайте открывать эти игрушки и смотреть, как сделаны они. Также напиши, как ты думаешь, это оригинальные игрушки, либо какие-то копии. Если ты фанат FNAF, уже смотрите, коробочка открывается по-другому. И легко вот так достать фигурку из нее. Ого, уже плюс, смотрите, крутятся ручки. Вверх-вниз. Ножки, к сожалению, тоже не двигаются. Здесь есть тумблерок, но мы его включим чуть попозже, когда уже всех посмотрим. Голова у него из резины, тоже вот так двигается, но она из плотной резины такой, ее уже не понажимаешь. Как вам первая фигурка? Как вам вторая? Какая больше нравится? Пиши обязательно в комментарии. Не забывай также про имена этих героев. Итак, открываем следующую коробочку и смотрим на персонажа. Так, как тебе, также напиши, нравятся вообще эти фигурки, похожи они на из игры героев или какая-то очередная руинда. Так, хап-хап, достаем, хоп, совсем не хочет вылазить своей коробочки и повалило нам предыдущие фигурки. Ого, я, похоже, оторвал руку. Попробуем вставить обратно. И главное не поломать.
Так, у нас это получилось. Итак, у этого персонажа крутятся также ручки. Есть тумблерок. Ножки не крутятся. И крутится голова. Голова тоже такая прям жесткая, но из резины. Такая довольно-таки приятная на ощупь. Также есть тумблер, но мы его в конце переключим. Так, почему-то у этого персонажа тумблер вверх опущен, у этого вниз. Не разрядились бы здесь батарейки, вот в этом персонаже. Но это мы узнаем позже. Так, а ты уже можешь писать, кто нам попался. Так, следующая коробочка с FNAF. По мне так, ну, если вы любите эту игру, вам фигурки эти понравятся. Но хотелось бы, конечно, понять, понравятся они ли вам. Так, следующая фигурка. Классный персонаж. Смотрите, как он сделан, очень круто. Вот эта фигурка мне очень пока нравится. Голова тоже из резины, но довольно-таки жесткой. Ручки тоже двигаются, ножки нет. Итак, голова крутится. Очень круто, зубище прям. Очень классные, и мне нравится этот герой. Предыдущая коллекция, давайте посмотрим. Сейчас я коробку возьму, как он там выглядел. Ну, давайте я вам сразу покажу, как они тут выглядели, а вы можете посмотреть. Вот так выглядела прошлая коллекция, тут было 8 фигурок. В новой 6. Итак, следующая открываем коробку. Ого, смотрите, какой персонаж крутой. И сейчас мы его вместе с вами-то и посмотрим. Здесь на, заклеили прям на 2 скотча, видно, чтобы не убежал. Пиши обязательно, кто это. Так, следующий вот такой вот персонажик. Очень классно выглядит. Я именно выбрал эту коллекцию. Если видео наберет много лайков, просмотров, я найду вам еще одну коллекцию, какую-нибудь и сниму. Обязательно. Итак, посмотрите, какое крутое исполнение. Все рваное, в шрамах, какие-то зубища торчат, полуха откусана. Руки двигаются, крюки такие, лапы железные, ноги железные. Очень прикольно выглядит. И вот так крутится голова. В общем, неплохо сделано. Игрушка, даже круто. Так, давайте вот достанем вот эту коробочку. Можешь уже писать, кто нам попался. А мы достаем героя из его коробки. Оп. Вот так выглядит следующая игрушка. Фиолетовый цвет, белые глаза. Руки тоже вот так крутятся у него. Почему-то здесь чуть-чуть он разобратый. Плохо скреплен, но мы это исправили. И также есть тумблерок. Что же они будут делать, мы узнаем вместе с вами чуть позже. Голова крутится. И тоже из резины. Какая крутая коллекция для полочки собирается. Кто бы хотел себе такую коллекцию на полку, напиши в комментариях. И напоследочек я оставил вот эту фигурку. Мне она прям так понравилась, когда я покупал, что решил оставить ее напоследок и показать вам. Необычное такое исполнение. Оп, фигурки. Посмотрите, как выглядит она круто. Как вы думаете, здорово или нет? В таком блестящем каком-то окрасе хаки он. Металлические руки, ноги, также крюки. Минус то, что мне не нравится, что у всех крюки одинаковые лапы. Голова также крутится. Она из резины. И также есть тумблер. Но он почему-то тоже здесь вверх. Главное, чтобы не разрядили батарейки, если они там есть. Так, друзья, мы распаковали всю коллекцию сегодняшних новых игрушек. Это китайские ФНАФы. Как вам по качеству они? Напишите обязательно в комментариях, похожи ли они на оригиналы, либо совсем не похожи. Хотели бы вы все таких купить и собрать всех на полочке. Либо это полная ерунда, они ни капельки не похожи. Мне кажется, что они все-таки среднего качества, и для фанатов игры они понравятся. Не забывай писать, кто нам попался с самого
знатока, я отмечу сердечком. А мы увидимся уже в следующем видео. Всем пока-пока, друзья. До новых встреч. Играйте в удовольствие в свои любимые игры. Всем пока. До новых встреч. Друзья, я выключил полностью свет. Сейчас попробуем тумблер включить. Ого, ничего себе. Вот это функция свечения. Но почему-то она спереди вот здесь. И непонятно, зачем она тогда нужна, если она светится вот так разными цветами. Ну, конечно, это ужасно выглядит, если так их поставить, всех включить друг на дружку, чтобы они мигали, но получилась какая-то полицейская сирена, мне кажется, больше, чем какой-то ужас в ночи. Но вот эта фигурка вообще не светится, и это не прикольно. Вот эти хотя бы какие-то функции имеют игрушки, и это здорово. Все фигурки у нас работают, это мне нравится, и здорово, что они светятся. Да, все работают. Пиши в комментариях, как тебе такая функция у этих копий ФНАФовских игрушечек. Мы сожмем твою руку.